Здравствуйте! В эфире «Время спорта» на телеканале «Самара ГИС». А я, Сергей Кизоркин, раскрою все секреты спортивной жизни в Самаре для вас. А начинаем мы эту физкультурную неделю с плавания, но не с простого, а с паралимпийского. Я побывал в физкультурно-оздоровительном комплексе «Орбита». Там тренируется участник паралимпиады в Японии, заслуженный мастер спорта Вячеслав Ленский. У него стальной характер, воплощение силы воли, упорства и лидерства. В такие моменты понимаешь, что среди нас есть люди, которые не сгибаются ни перед какими трудностями, и их примеры помогают нам понять, что нет в жизни ничего невозможного. Поздравляю вас с победой, наверное, можно так это назвать, с медалью на Олимпиаде. Расскажите, как это у вас получилось? Спасибо. На самом деле, да, наверное, можно назвать в какой-то степени победой, потому что некоторые тренеры, которые там разбираются, звонили моему тренеру и поздравляли, говорили, что реально в моем случае это как победа. Слава богу, все получилось, и я оказался на пьедестале. Давайте начнем с корней, с воды. Как вы пришли вообще в бассейн и почему решили стать пловцом? Когда я был здоровый, я 10 лет занимался пятиборьем у нас в Самаре. И когда у меня там случилось заболевание, как бы приобретена инвалидность, я посмотрел Олимпийские игры в 2012 году в Лондоне. Посмотрел как раз плавание, меня это так воодушевило. Я посмотрел то, что да, я так же вроде и плавал, я так же и могу. И когда уже пришел в плавание, понял, что есть разные классы, есть распределение в зависимости от поражений человека в опорно-двигательном аппарате. Я очень долго плавал со здоровыми спортсменами, практически те же тренировки. Единственное то, что в моем случае сложность в том, что нельзя разгрузить руки и поплавать на ногах. Здесь чуть все сложнее, потому что идет и поражение спины, и как бы не то, что я просто не подключаю ноги, то есть у меня же совсем другое положение тела. Можно резинкой ноги связать, тогда примерно будет то же самое. В этом, наверное, особо смысла нет. С 2013 года уже начал именно в паралимпийской сборной готовиться и участвовать в соревнованиях. Был в хорошей форме, также готовился, однако случилась пандемия, все перенесли, соответственно, вся форма ушла. И вот уже где-то, наверное, мы с июня начали плавать. И уже я начал готовиться именно целенаправленно уже к паралимпийским играм, которые перенесли на год в 2021 году. Намного сильнее стали соперники, появились новые соперники, и приходилось, просто другого выбора не было, приходилось работать там в разы больше. Мы прибавили объем, мы прибавили интенсивность, после пандемии полностью поменяли технику и вообще подготовку изменили с тренером. Я долгое время плавал от 5.20 до 5.24, это 400 метров, 5 минут 24 секунды. Потом в 2019 году тоже был чемпионат мира, и также частично пошел ва-банк, то есть достаточно много тренировался, и получилось скинуть свой результат до 5 минут 14 секунд. И сейчас на паралимпийских играх уже я проплыл 5 минут 0.4 секунды. То есть достаточно серьезно подскинул с тех пор. Еще 10 секунд возможно скинуть, чтобы быть уже точно вне конкуренции? Это сложно сказать, потому что, во-первых, соперники тоже на месте не стоят. Если взять, допустим, 16-й год или 12-й год, скорее всего, с таким результатом можно было минимум на серебро претендовать, а то и за золото бороться. Сейчас это просто выгрызанное зубами третье место, потому что как раз мой соотечественник проплыл на 0.5 хуже меня, то есть совсем чуть-чуть было. Отличная тренировка. Спасибо большое. Спасибо. Удачи на всех соревнованиях и следующую Олимпиаду победить. Спасибо большое. Вот такой сложной для меня получилась тренировка по плаванию. Я не просто отстал от участника Паралимпиады, но и отдыхал после каждых 25 метров дистанции. Однако впереди нас ждало еще одно испытание. Какое? Смотрим рубрику
один на один. Вячеслав, какой спортивный трюк вы сегодня для нас покажете? Ну, например, могу пронырнуть под водой без ног 25 метров. Начнем? Да, давай. Ну что, погнали? Ну что могу сказать? Пол бассейна проплыл, для меня это рекорд. У Самарской области много параспортсменов, которые демонстрируют настоящую силу воли и добиваются успеха, несмотря ни на что. История еще одного героя связана не с плаванием, а с зимним видом. Раньше Сергей Новиков на горнолыжных трассах был только гостем, смотрел, как катаются жена и дети, ждал их на спуске. Сам встать на лыжи или сноуборд даже и не думал, из-за протеза не был уверен в своих силах. Но после встречи с Дмитрием Волобоевым, амбициозным тренером, решил в почти 50-летнем возрасте освоить новый вид спорта. Было ощущение того, что не получится. Был страх, но потом постепенно все это переборолось. С поддержкой инструктора, с поддержкой тренеров все начало получаться. И получалось так, что меньше чем через год Сергей покорил чемпионат России. Финал соревнований по параснауборд-кроссу – отличный пример того, что никогда нельзя сдаваться, даже когда кажется, что шансов на победу уже нет. У меня произошло падение. Быстренько встал, смотрю, ну, в сноуборд-кроссе практически нереально уже догнать своего соперника. Ну, и подумал, что, о чем черт не шутит, нужно бороться до конца. И включил максимальную скорость, абсолютно практически не оттормаживаясь, на максимальной скорости прошел всю трассу и в конечном итоге перед финишем, недалеко от финиша, все-таки обогнал своего соперника. Ну, эмоции, конечно, сразу же захлестнули. То, что я все-таки это смог, то, что я выиграл первое место. У Сергея есть спортивная мечта – получить допуск к международным соревнованиям и достойно представлять регион и страну, а позже стать первым самарским паралимпийским сноубордистом и выступить на играх 26-го года в Милане. Самарская область по сноуборду никогда не была на Паралимпиаде. Соответственно, нужно представить Самарскую область на этом международном, самом высшем практически соревновании. Хотите быть такими же крутыми атлетами с несгибаемым характером? Тогда вам прямая дорога в ближайшие секции. А где они находятся, нам расскажет сегодняшний герой. У нас есть федерации спорта, это с различными нарушениями здоровья. Наверное, можно обращаться туда, и там всегда подскажут. Это федерация там ХОДА с поражением опорно-двигательного аппарата. Федерация спорта глухих и так далее. Все другие федерации. Не каждому здоровому человеку такую под силу, а тут спортсмен на инвалидной коляске. Что ему помогло завоевать олимпийскую медаль, расскажет сам олимпионик. Секрет успеха в большом упорстве, огромном желании и в очень тяжелой подготовке. Стальной характер и воля к победе – вот что такое настоящий профи спорта. О других героях и событиях в этом удивительном мире за последнее время продолжим разговор далее. Смотрим рубрику «Drop Set». Самарские теннисистки Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина сыграют за сборную команду России в финале Кубка Федерации. Против них в группе А выступят спортсменки Канады и Франции. Турнир пройдет в Праге, Чехия в начале ноября. Сборная России выступит под флагом Федерации тенниса России из-за санкций Всемирного антидопингового агентства. Футбольные клубы российской премьер-лиги уволили президента этой лиги. Причина банальна.
деньги. Боссы недовольны доходами, правами и титульным спонсором. Решать эти проблемы теперь будет Ашот Хачатурянс. До этого он занимался в лиге реформой судейства. А в понедельник, 11 октября, футбольный клуб «Крылья Советов» улетел в Екатеринбург, где проведет товарищеский матч против команды «Урал». Аналогичная игра уже была в сентябре, и тогда самарцы победили со счетом 4-1. Очередной матч в премьер-лиге «Крылышки» сыграют дома в воскресенье 17 числа. Начало в половине шестого вечера. Все это, конечно, впечатляет, однако меня лично заинтересовал суперматч ветеранов «Крыльев Советов» и питерского «Зенита». Футболисты с берегов Невы в далеком 1984 году выиграли чемпионат СССР. А недавно они побывали в Самаре. Здесь тоже явно видна любовь к спорту и воля к победе, несмотря ни на что. Смотрим. Легенды куйбышевского и ленинградского футбола выходят на поле стадиона «Металлург». Исторический матч ветеранов «Крыльев Советов» и «Зенита» приурочен к двум юбилейным датам. 110 лет самарскому футболу и 70 с первого матча двух этих клубов. По иронии судьбы, в этот же день, но уже в Санкт-Петербурге, играли команды мастеров в чемпионате премьер-лиги. Всегда хочется, чтобы наши выиграли. Конечно, будет не просто «Крыльев Советов» в Санкт-Петербурге, но мы всегда болеем за победу и всегда верим в свою команду. Счет какой? Счет очень трудно предположить. Мне бы хотелось, чтобы счет был 2-1 в нашу пользу. На «Металлурге» первыми захватили инициативу ветераны «Крылышек», повели в счете 1-0. Команда с берегов Невы в газон лицом не ударила. Чемпионы Советского Союза 1984 года какое-то время были в роли догоняющих, но все-таки вышли вперед. 3-2. Однако в конце второго тайма «Крылья Советов» добились ничьей. 3-3. Такая результативность порой не по плечу и молодым профессионалам. А средний возраст играющих в этом матче ветеранам порядка 50 лет. И они до сих пор в отличной спортивной форме. Футбол – это наша жизнь всех ребят, поэтому, когда приглашал, я все с удовольствием согласились. И многие из тех, кто сегодня, почти, по-моему, все, играют на первенство города и играют за сборную «Крылья Советов». Вот мы выезжаем в районы, выезжаем первенство, играем России в финал. Приезжая сюда, мы встречаем старых друзей, которых не видели много-много лет. У нас общие интересы, у нас общая история. Самара – это прекрасный футбольный город. Я очень рад, что команда «Крылья Советов» находится в премьер-лиге. Надеюсь, она будет находиться там много-много лет. Это очень важно для российского футбола. После основного времени матча шоу продолжилось. Болельщиков ждали пенальти. «Крылья Советов» и здесь задавали тон. В итоге со счетом 3-1 хозяева праздновали победу на радость самарской публики. Кто бы ни победил, все они там наши звезды, все они наши легенды, мы их любим, уважаем, ценим и всегда на них ориентируемся. А вот профессионалам самарского клуба «Крылья Советов» в Петербурге не повезло. Они проиграли «Зениту» 1-2. Президент областной федерации футбола счет угадал только в зеркальном отображении. И после этого матча самарцы занимали в премьер-лиге 11 место. Но победив в следующей игре столичное «Динамо», «Крылья Советов» поднялись на одну строчку вверх по турнирной таблице. А чемпионы трех последних лет с берегов Невы продолжают лидировать в чемпионате России после 10 туров. Уважаемые физкультурники, надеюсь, что сегодня вы впечатлились героическими историями наших спортсменов, и теперь вы ни перед чем не остановитесь в достижении ваших целей. А с вами был неунывающий фанат спорта и ЗОЖ Сергей Кизоркин. Время спорта теперь и ваше время. Пока!